Здравствуйте, с вами Фемелка Наталья Юрьевна, специалист по травмам, коллекционер народных методов лечения. И мы находимся в фирменном магазине «Вершки и корешки» в Гиганте на Берском шоссе, это Новосибирск. И кроме продукции разнообразной местных производителей Новосибирска, Бийска, Кольцова, Бердска, в данном магазине продаются еще и косметика и БАДы разнообразные китайской компании Ли Вест. Вот. И данная компания специализируется в основном на травах, на БАДах и на разнообразных минералах. Ну, в частности, вам хочу рассказать вот о жемчужной пудре Хуанхэ. Ну, Хуанхэ, как известно, река, в общем-то, но жемчужная пудра – это не образное выражение, а реальный, в общем-то, речной жемчуг, раковины перетертые вот в такую мелкую пудру. И, в общем-то, получаются вот такие амфорки. В этих амфорках как раз и находится вот эта жемчужная пудра. Ну, в общем-то, зачем жемчужная пудра нужна человеку? В основном это кальций, причем кальций, состоящий в легко усвояемой такой форме для человека. Ну, так как у нас у современного человека потребление кальция очень резко снижено, молочная продукция часто непереносимость на лактозу, и молочно-натуральная продукция у нас, в общем-то, проблематична в городах, поэтому у нас источников кальция не так много. Ну, кроме молочной продукции и творога как такового, сыров, у нас и поставщик кальция, в общем-то, кунжут. И есть несколько специфических вот таких приемов для получения кальция. Это у нас есть таблетки глюконат кальция, которые достаточно тяжеловато усваиваются, причем нужно присутствие витамина D. А вот природный кальций, это когда мы берем скорлупу яиц, когда мы берем билимниты, древние ракушки, и вот когда мы берем вот, в общем-то, вот жемчужинки, перламутр и перетертые, в общем-то, створки этого речного жемчуга, этого моллюска, вот у нас получается такой природный источник кальция. А зачем нужен кальций в организме? Ну, кроме того, что кальций идет на поддержание нашей костной системы, там достаточно сложный механизм. И в некоторых случаях, допустим, при климаксе и для растущего организма кальций нужен в больших объемах, после переломов кальций нужен для, в общем-то, восстановления места перелома, для укрепления костной системы. Кальций нужен еще у нас и для укрепления именно зрения. Любой, в общем-то, грамотный специалист по глазам, врач, в общем-то, он сначала назначает препараты кальция для того, чтобы восстановить имеющийся дисбаланс кальция. Кроме того, кальций у нас участвует во всех иммунных процессах, и поэтому данные препараты кальция, особенно природного, они у нас очень хорошо поднимают иммунитет и являются такой неспецифической профилактикой рака. То есть при хорошем уровне кальция у вас меньшая вероятность, в общем-то, возникновения онкопроцессов. И кальций у нас нужен для снятия многих аллергических проявлений. Поэтому вот данные жемчужинки можно употреблять. Это очень легко, запивая жидкостью, разбалтываете в воде. Вот таких амфорок нужно будет 2 в день. Курс примерно месяц. Поэтому это хорошее такое подспорье. Мне нравятся и билимнины, мне нравится и скорлупа. Но те, кто могут, сами это все дело натирают, те, кто вот не могут, вот готовый есть препарат китайский. Поэтому если возникла необходимость, вот, беременность, переломы, восстановление после перенесенного гриппа, восстановление остроты зрения, то обратите внимание на такие препараты.